Thank you.
happened after that was still a blur. As to what had happened before, I had no inkling whatsoever. But I had first been in a hospital and then brought to this place, I remembered. Why? I didn't know. However, my legs felt pretty good. Яма. Часть вторая. Окончание. Марина запросилась домой сразу. Сашка попытался ее успокоить, но понял, что это бесполезно, и махнул рукой. Однако Роман и Валерка не отступали. Не хотелось им бросать рыбалку. Конечно, вой в камышах напугало их. Если бы сейчас было туманное утро или сумерки, они и сами уже гребли бы к берегу. Но светлым днем все воспринималось иначе. И страх Марины вызывал у парней только усмешку. Ну, спугнули какую-нибудь выдру переростка. А в кустах, может, и не она выла. Может, там другой зверь был, лось или кабан. А кабаны разве воют? Вот и воют. Марина вроде бы на уговоры поддалась, но ненадолго. Через 10 минут опять запросилась на берег, чуть не заплакала. Ладно, решил Сашка, давайте на нас. Их высадили на месте, откуда они недавно отчалили. Марина готова была пешком в деревню возвращаться, но потом все же согласилась посидеть на берегу в компании Сашки, подождать товарищей. «Через час вернемся», — пообещал Валерка, страшно недовольный тем, что девушка испортила им всю рыбалку. «Посмотрим рельеф, чтобы завтра сразу облавливать, и вернемся». Тут были. Сашка костер развел, тосты и охотничьи колбаски напротив пожарил. Марина поспрашивала его, действительно ли это мог быть кабан или лось. Успокоилась немного, плед из машины достала, легла загорать. Час прошел, а ребят все не было. Сашка не волновался, понимал, что они опоздают. Он и сам не удержался бы, покидал бы спиннинг. А если бы еще и ловиться чего стало, тогда в азарте не заметишь, как время бежит. К концу третьего часа Сашка начал беспокоиться. По
Подавил по берегу, посигналил из кабины галлопера. Решил, что надо идти к яме, смотреть, что там случилось. Может, парни лодку прокололи?